Что же, привет, народ, мы продолжаем играть в Just Cause 3. И отправляюсь на очередное заданице по, собственно говоря, освобождению острова. Они все, по сути, базируются на освобождении острова. И вот серенькие задания, те, которые мы с вами уже так или иначе выполнили. Где же меня ждет следующее великое задание? Только не говорите мне, что... Черт, я реально без понятия. В игре это, кстати, одна из забав, ребят. То есть, ты ищешь задание, ты пытаешься понять, что от тебя хотят. И я сейчас не уверен, что хотят от меня. Склад повстанцев, возможно, от меня хотят вертолеты. У нас, ну, урокопасту запросить. Нет, спасибо, я обойдусь, я справлюсь как-нибудь сам. Рико, чтобы получить доступ к блоку обработки и питания УИП, тебе нужно выполнить все задачи в трех провинциях на Инсула Фонте. Инсула Фонте? Ну, хорошо. Инсула Фонте это... Вот, здесь. Хорошо, как я понимаю, нам нужно захватить с вами... Хотя бы еще одну область. Давайте посмотрим, что мы здесь захватим. Какая область у нас будет менее большая. Вот это, кажется, мне чуть поменьше. И мы как бы в ней вроде бы находимся. Находимся вот в городке здесь. Ну, рядом с городком хотя бы. Вот тут городок Бабика. Мне мы уже что-то даже уничтожали. Быстрое перемещение в город. Давайте отправимся туда. И, собственно говоря, устроим там карнаж. Нам нужно захватить города и показать Кузькину мать... местному гибриду Сталина и ну вы поняли. А, кстати, да, прыжок. Давайте, а у меня идея. Блин, не сработает, наверное. Я хотел с гранатомета выстрелить, пока я падаю в свободном полете, но эта игра не настолько крута, она не позволит мне это сделать. Да давай, взрывайся, бог ты мой. Да, нифига себе, даже отсюда вот бомбануло конкретно, ребят. Это конкретная бомбяра. Приземлись поближе. Сразу первое, что ты видишь, когда спускаешься, это какие-то левые люди в масках. Знаете, напоминает мне маску чувачков из игры, как игра-то называлась, вспомнить надо. Army of Two. Знаете такую игру на консоли? Эксклюзивчик Army of Two, которая, в принципе, популярна-то никогда особо не была. Мне кажется, EA делала, ну, вы знаете, что делает EA. Теряет популярность довольно быстро, ну, большая часть. Не знаю, может, кто-то помнит Army of Two. Я думаю, кто-то должен. Потому что игра нет, реально, если говорить, что игра не так плоха. Если, знаете, всерьез. Она не так плоха, но... В какой-то момент, мне кажется, она сдулась. Ой, пукан горящий запустили в воздух. Flaming Pukan is in the air. Взломать, хорошо, давай взломаем тебя. Так, где же меня и пострелили? Кстати, там я быстрее в последний момент, когда уже почти все ломанул. Сейчас, кстати, 3 часа ночи, я как бы хотел уйти спать, но подумал, блин, я хочу еще серию, я хочу еще поиграть в Just Cause немножко. Потому что игра прикольная, просто у меня проблема в том, что я постоянно ездил тут-тут-тут-там, то есть я... Был в родном своем городе, делал там вот документы, потом вот сейчас в Смоленске. И знаете, плюс того, что я в Смоленске, это то, что я могу сосредоточиться на игре. И, понимаете, когда ты же находишься с родителями, они пристают к тебе, и не в сексуальном плане, конечно же. Иначе все было бы очень печально. Просто, понимаете, что-то заходит к тебе в твою комнату и все такое. И просто там мне неудобно. И мне нравится, вот здесь я как бы в своей квартире. Ну, даже не моя квартира, конечно, но...
квартиры Лизы, моей жены, если кто не знает, кто такая Лиза. И просто понимаете, это моя территория, у меня здесь все мои вещи не разложены в определенных местах. И это помогает сосредоточиться. Единственный минус от продуктов, конечно, нет, я сейчас изнываю от голода, в 3 часа ночи я изнываю от голода. Ну ладно, хорошо, завтра я куплю себе вкусного и насыщу свой непокорный желудок. Может, даже перед сном я что-то таки съем, ребят, потому что мой желудок прям требует, знаете, он так и зовет. Евген, бургер, хочу покормить. Нет, завтра я буду не бургер, я буду просто какое-нибудь мясо, ребят. У нас другое оружие есть, ничего страшного, пусть кончаются. Я так хотел сказать, знаете, патроны не кончаются, патроны качаются. Не, я переборщил. Ожидайте прибытия вертолетов. Повторяю, ожидайте прибытия вертолетов. И знаете, нас сейчас просто заставляют захватывать всякие вот штуки, потому что просто нас просто заставляют. Я не могу их захватить. Обнаружен враг. Всем бойцам направиться по этим координатам. Я буду здесь. Только его двуручные пистолеты, пулеметы. Это что? Вам направляются дополнительные силы. Далековато. Кстати, это что? Это передатчик. Избавиться от погони. Меня просто ищет, сейчас подождем и избавимся. А его можно просто вот стрелять? Нет. И здесь надо именно отключить. Ну ладненько, отключим, давай, подождем. Подождем, еще подождем. Затрахался. Всем бойцам вернуться на места. Повстанец ушел. Так, Ваномас, говорим, не то, что я смотрю Ваномаса, но... На самом деле, знаете, поездка в поезде была довольно неплохой, и, в принципе, ну как довольно неплохой, знаете, об этих вещах говорить, как съездил в поезде и прочее, просто я о Москве, в которой я тусил немножко на день рождения, ну, в основном из-за фестиваля Гуманоид, пришлось там тусить. Сказать нечего, потому что я в Москве бываю довольно часто уже, и знаете, я привык, раньше для меня Москва была вау, это круто, типа я в Москве, там, все такое, теперь Москва для меня стала обыденным делом, просто понимаете, просто часто проезжаю Москву, поеду в свой родной город Московской области, знаете, и в этом родном городе мне некомфортно, я об этом уже, в принципе, говорил, но скажу снова, что Смоленский вот реально дом, понимаете, это именно вот моя территория, мое место под, скажем так, солнцем. В отличие от... Да, находится... Тут что-то еще есть. В отличие от родного города, на котором я практически чужой, понимаете? Вот раньше я туда ездил, было круто. Вот у меня реально было ощущение, да, я в крутом месте, да, я скучал по вот этим местам, которые я знаю теперь, как-то понимаю, что... Не, я не понимаю, а вижу вот это, что... Ну, ничего крутого нет. Ну, да, посмотрел. О, кстати, память. Я думаю... Да, вот это так будет лучше. Адиос, уродец. Так, это уничтожили, осталось. Нам нужно больше бойцов. Сообщение о нападении в области. Всем бойцам собраться на точке. Что, в области? Начинаем поисковую область. Найти цель как можно скорее. Я, кстати, сел в Starbucks еще перед тем, как сигнали ракеты. Перед тем, как уехать, потому что я пришел намного раньше на вокзал, чем, собственно говоря, требовалось от меня. Способен на взрыв вблизи. Цель сбежала. Продолжайте патрулирование. А, вот в чем была проблема. Потому что я думал, так, где можно спокойно посидеть, чтобы меня никто уже... Я зашел в Бургер Кинг, я хотел, знаете, там затусить в Бургер Кинге, потому что там отличный бургер я получил, к тому же, по-моему, со скидкой даже дали. Хотя скидка непонятно откуда была. Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт.
Зрительный контакт потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. И наш флаг. Ну, в общем, как-то там было некомфортно сидеть с Ноутом. В общем, я даже не пытался, потому что там все как-то больше заходили, чтобы просто поесть. Я не хотел заседать там с Ноутом. Старбакс заказал самый дешевый кофе и просто тусил там. Знаете, там розетки есть. Ну, по сути, Старбакс-то есть такое место, знаете, в которое люди приходят чисто потусить с Ноутом. А кофе там так, знаете, для прикола. Причем в Англии не так. В Англии, наоборот, приходят больше именно за кофе. А в Москве в Starbucks приходит им чисто вот посидеть с компом. Это было круто, знаете, там атмосферненько так и... Ну, интернет был не очень, я с хотспота сидел, знаете, с телефона делаешь хотспоты. Намного удобнее и надежнее. Сообщаю, что силы генерала Диравелла выдворены из прекрасной Бабики. Мы будем сражаться до победного конца. Чувствую себя ассасином, ребят, на такой, знаете, на башенке. Не знаю, где находится то, что должно тут находиться, но... А, впрочем, неважно, мы обойдемся без этого. Я думаю, что где-то здесь, вот, может, тут... Ну, хорошо, Бабика у нас свободная. Свободный, вольный город, вольная станция метро, ребят. Угнетается радар. Угнетенный радар. Ну хорошо, придется освобождать. Так нужно его память быстро. Не, установить просто точку маршрута. Там я как-нибудь сам, ребят. Я самостоятельно как-нибудь сам доберусь. Нам. Сколько туда? 3 километра. Нормально. Доберемся. Причал для лодок, которых нет. И у меня, я уже про это тоже говорил когда-то, но у меня перестал греться ноут в районе клавиатуры, знаете, которая там клавиши Е и дальше. Просто, и знаете, меня это не беспокоит, потому что он так не сильно греется, но рука вот, знаете, горячо, ты реально трогаешь, как раскаленную сковородку. И я думал о том, чтобы сейчас пойти, знаете, за кусончик где-нибудь приобрести и все такое, но... Там типа бургеры и все такое, потому что прям реально голод меня взял, так сказать, за подробности. Но потом подумал, нет, что-то зима, знаете, была бы осень сейчас, я бы 100% просто пошел куда-то, пошел бы искать на поиски еды. В Смоленске на самом деле есть один только супермаркет, который работает 24 часа, реально большой супермаркет. Находится он от меня вообще очень-очень далеко. Это не Москва, где тонн всяких супермаркетов, которые 24Ч. Смоленские, их то... Они есть, там есть, тут есть продуктовые, которые работают 24Ч. Как я думаю, в любом городе найдутся продуктовые, которые 24 часа функционируют. Но именно, я должен сказать, именно здесь вот такой большой супермаркет, только один, который 24 часа работает, он находится рядом с автовокзалом. Интересно, вот тут стоит эта красная башня, такой намек, типа, уничтожь меня, я хочу это. Обнаружены повстанцы. Немедленно направиться по этим координатам. Захватим точку. Держитесь. А я не успел отменить его запрос подкрепления. Направлено подкрепление. Патроны кончились. Не знаю, может из РПГ, если... Говорит центр. Цель не найдена. Отыщите его. Посмотрим, какой теперь. Говорит штаб. Ожидайте прибытия подкрепления. Внимание всем постам. Восстановить контакт с целью. А зачем восстанавливать? Вы уже потеряли, так сказать, свое... Разрешаю высадку отряда быстрого реагирования в вашей точке. Свое добро.
что-то. Освобождать города — это не самая веселая задача здесь. Реально, ничего более интересного придумать не могли? Мне просто интересно, а тут есть какие-то другие способы, потому что... Меня немножко напрягает, что столько всего придется освобождать, честно говоря, потому что... Это много. Это просто это много. По крайней мере, вам так не кажется, что это многовато? Стат повстанцы. Я просто думаю, что нужно... Вроде здесь нет такого описания, что нужно, чтобы получить следующее задание, или хоть какой-то намек на это. Это модификация снаряжения, склад повстанцев. Карта. Я просто думаю, что нам еще может пригодиться. Как видите, деревень здесь много, то есть есть что освобождать, скучно не будет. И здесь 1000 квадратных километров, так что, опять же, все к тому же. Выше нос. Ой-ой. Пора от первого лица разделаться с врагами. Вот что-то, случайно. Немедленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. Нам нужно подкрепление. К вам подходят наши танки. О, ну от вертолета только явно... На использование элитных частей. Ожидайте прибытия. И да, меня завалили. Я пере... Ну, здесь... Блин, столько объектов в одной деревне. Нет, я явно не собираюсь захватывать все города. На карте меня просто немножко напугало. Количество всего. Я от страха даже умер. Мне даже не засчитали эту вышку, я же ее уничтожил. А, один трансформатор остался цел. Видимо. Это уже интересно. Я понял то, что нам нужно идти в Симолеоны в место под названием Центаком. Или Центр коммуникации, как я понимаю. Эй, обычно делаем. И после этого мы сможем продолжить, собственно говоря, сюжетец. Я никогда не мог летать в этой игре. Блин, я мог, но не по дороге, я даже лететь не могу. Ребята, а как вы играете? Вы вот мне интересно, вы быстро взлетаете? Хотя нет, вы 100% напишите. Я взлетаю с полоборота, я вообще силой мысли поднимаю своего персонажа в воздух. Да, я знаю, ребята, вы молодцы. У меня не выходит. Мне... Реально, вот, не знаю, чина... Да, у меня реально как через раз. Он... Просто я нажимаю на кнопку полета, и он у меня, например, сейчас вот не летит, просто отказывается. Поэтому, может, мне пешком придется тащить? А, нет, все полетел, наконец-то. Я хотел сказать, может, мне пешком придется? Да я не хочу, чтобы ты крутился просто. Чувак, просто лететь. Ты можешь просто лететь? Говнюк, мать твою, просто, блядь, лети! Это, извините, это реальная эмоция. На этом... Ребята, если вы тут не впервые, то на канале эти живы не дождетесь. Кривляний и прочего. Если я ору, блядь, лети, значит, меня достало что-то. Так, лети. Ладно, как получится, ребят. Каждые 200 метров будем врезаться в скалу. Раз уж по-другому никак в этой игре нельзя. Просто он сцен делает вот этот разворот, хотя этого не очень хочу. Блин, настолько я уже все здоровье просто потерял.
Более-менее так добрались худо-бедно. Я здесь. Нифига себе тут народище. Давайте, давайте пойдем с краешку. Я так себя комфорт не буду ощущать. Давай, давай, быстрее! О, все, спасибо. Очень помогли. Я думаю, они сами могут все себе раздолбать. Главное, чтобы правильно не стопили. Хотел переместиться, но не успел, оружие имел. Ничего не жив. Я вообще жив? Нет, я не жив. Я не жив. Нужно сбить этот истребитель, иначе мы далеко с вами не уйдем, ребята. Вопрос в том, а как? Выберу его снова. Надо его сбить, надо сбить истребитель. Блин, ну я его даже увидеть не могу. То есть, когда я его вижу, он уже летит на меня. А это мои прелести. Он так высоко, что попасть по нему просто unreal. Ну ладно. Попытаемся с его помощью все уничтожить. Как мы сделали в прошлый раз? Ну, получилось у нас не очень много. Но... Может, на этот раз... У нас вроде почти получилось. Нет. Что же, ребят, попытка номер еще один раз. Я просто посмотрю, как другие это делают, потому что реально довольно сложный такой моментик. Уж здесь бомбят, и, как я понял, нужно просто прорываться под, собственно говоря, под этим бомбардировщиком. То есть тут нет способа его отключить или типа, ну, по крайней мере, сейчас нет способа. Нужно просто пробираться под ним, так сказать, уклоняться от его залпов. И понемножку, так сказать, нарушать целостность обороны. Симулионы и прочего. Эй, вставай скорее! Давайте медленно так будем... Блин, медленно, быстро уклоняться. А ведь почти, ребят, мы были так... Жалко, здесь не сохраняется прогресс. А мы были так близко, так близко. Не, миссия действительно сложная. Она действительно сложная, но для нее нужно время. Ну что же, ребят, ладно. Спасибо за просмотр. Продолжим мы уже завтра. Вернее, не завтра, а чуть попозже, потому что... Как бы сейчас 4 часа утра, и...
все такое. Так что продолжим мы в следующей серии. Спасибо за просмотр. И я просто хочу сосредоточиться вот на этой миссии, потому что реально сложная, чувствую, меня займет некоторое время ее прохождение. Это не столько миссия, сколько условия для прохождения дальше по сюжету. Так что спасибо за просмотр, ребят. И пока, до следующей серии.